not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm Horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm Horrid Henry. Na, 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 nay. The purple hand gang rules, okay. Well, it's so easy. Ужасный Генри. Генри! Не будь ужасным, Генри! Ты ведь не забыл про завтра? Нет, пап, я не забыл про завтра. Завтра? А что будет завтра? Кроме того, что будет завтра, конечно же. День матери. Ты ведь не забыл приготовить маме подарок? Нет, пап, я не забыл приготовить маме подарок, да. Генри, ты не забыл? Не могу вспомнить. Постарайся. 10 фунтов тебе ни о чем не говорят. Следующее воскресенье, день матери, так что я хочу, чтобы ты купил что-нибудь маме. Вот 10 фунтов. Потрать их с умом. Ну, конечно, пап, потрачу! Удивительно, сколько сладостей можно купить на 10 фунтов. Генри? Генри, ты меня слушаешь? Да, папа. А что ты сказал? Генри! О, Питер, мой зайка, это так мило. С днем матери, мама! Генри? Вернусь через минуту. Подарок для мамы, подарок для мамы. А как насчет этого? Нет, она знает, откуда это. Генри! Надо думать, 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 думать. Моющая жидкость? Нет, чайная ложка? Нет. Резиновые перчатки? Нет. Генри! Генри, где мамин подарок? А, так тебе удалось купить мамин подарок? Ну, я... Особый день спа. А? Сделайте себе свой собственный день спа в уюте своего собственного дома. Ну, Генри, должен сказать, я впечатлен. Правда? Правда, это очень хорошая идея, и я знаю, когда ее осуществить. Правда? Да, ты можешь это сделать завтра, когда мы с Питером пойдем на фабрику зубных щеток на день отца и сына. Могу? Да. Ты можешь, Генри. Я устраиваю особый день спа. Для мамы. Завтра. Нет! Ужасный Генри и особый день спа. Добро пожаловать на твой особый день спа. Вы можете избаловать себя с помощью наших простых инструкций. Надо все делать самим? Это так легко? О, мой собственный особый день спа. Не могу дождаться. О, посмотри, в каком состоянии эта кухня. Не надо в ней прибраться. Может, ты протянешь мне руку помощи, Генри? Нет! То есть, по-моему, тебе надо расслабиться, мам. Я ни за что не буду убираться на кухне. Ты прав, Генри. Мне нужно немного времени. Что там первое? Расслабляющая ванна с пузырьками. Как мило. Шаг первый. Набрать воды. Шаг второй. Добавить жидкость для пузырьков. Шаг третий. Лечь на спину и расслабиться в собственном джаз-джаз. Мам! Что такое джазузуки? Джакузи. Ванна, которая пускает пузыри. А, звучит круто. Пузыри. Мне нужно что-то, что пускает пузыри. Давай, Кит Твинки. У тебя есть работенка. Мам! Не нужно кричать, Генри. Твое джакакуки работает. Ну, спасибо, Генри.
Ванна ледяная. И она пахнет моющей жидкостью. И что эта штука делает в моей ванне? Это кит Винки. Он был Джазузуки. Это называется джакузи, Генри. Джакузи. А кит Винки не джакузи. Пойду убираться на кухню. Папа никогда меня не простит, если я не устрою маме особый день спа. Еще хуже, он может потребовать вернуть 10 фунтов. Эй, Генри, что ты там делаешь? Готовлюсь к следующей процедуре, конечно. Предупреждай, Генри, у меня нет времени на твои шутки. Ложитесь и наслаждайтесь расслабляющим массажем. А, массаж? Как мило. Ты уверен, что ты знаешь, как это делается, Генри? Просто расслабься, мам. Генри, что ты делаешь? Я создаю атмосферу. Именно так. Создайте атмосферу свечами. Вместо них я взял фонарик. Ну, это что-то. И приятной музыки. Генри, это неприятная музыка. Ой, прости, не тот диск. А, это действительно лучше. Теперь я чувствую себя расслабленной. И приготовьтесь к массажу. Ой, я чувствую себя расслабленной. Хорошая работа, Клык. Еще одна процедура, и все, Клык. Грязевая маска? Интересно, что это значит? Оказывается, для этого надо класть на лицо кучу грязи. Разве это не круто, а? Так, посмотрим, не проснулась ли мама. Хорошо спалось, мам. Да, спасибо, Генри. Ну, на кухне все же надо убраться. Нет, у тебя осталась еще одна процедура. Не думаю, что смогу, Генри. Скоро вернутся папа и Питер, а мне надо приготовить ужин и... Не волнуйся об этом, мам. Это же твой особый день спа, помнишь? Ну, да. Ложись здесь. Я скоро вернусь. Ну ладно, Генри, может быть, просто немного прилягу. Да! Посмотрим. Что там еще надо было? А, огурец. Огурец? Да где я возьму огурец? Старый добрый Клык. Как говорит Питер, друг познается в беде. Хорошая работа, Клык. А это ведь от зубов, Клык. Та-да! Грязевая маска к вашим услугам. Мам? Я здесь. Я накрываю на стол к ужину. Ты не хочешь грязевую маску? Ну, может, если будет время, Генри. Но сейчас мне надо приготовить ужин. Мальчики скоро вернутся. Ну, я уже все приготовил. Прости, Генри. У нас нет времени. Понимаю. Может быть, папа или Питер захотят попробовать грязевую маску, когда вернутся домой? А это хорошая мысль, мам. Я открою. Знаешь что, Генри? Мы играли в пейнтбол, и папа упал в грязь. Это было так смешно. Правда? Да, мам! Ты где? Не хочешь грязевую маску, пап? Нет, спасибо. Я в своей жизни повидал достаточно грязи. Я лучше приму ванну. Хочешь грязевую маску, Питер? О, да, пожалуйста, Генри. Мама рассказала, какой отличный у нее был день. Хорошо. Хоть кому-то было хорошо. Я пошел в ванну. Пейнтбол, грязевая маска. Все в один день. Как весело!
Червяк для червяка. Помогите! Помогите! Перевод Евгений Йорс, читал Дмитрий Кордос.